Так, всем доброе утро. Мы едем в кинотеатр на Гоа, маленький городок Пилер. Там есть торговый центр небольшой и кинотеатр. Ехать от Кадалима буквально там километров 8. Вглубь удаляемся от моря. Вот потом. Вот так пошла дорога вверх, и наш мопед Honda еле тянет. Наверное, мы набрали весу. Вот. В гору поднимаемся. Мы в маленьком городке Пилерн. Нагла. Очень красиво. Райт. Да. Ага, поворот. Да. Мы поворачиваем направо. Так. Так, вот так вот мы едем. Вот такой вот город с местными жителями, с кокосовыми деревьями. Здесь уже нет туристов, здесь уже все местные жители. Ага. Вот мы приехали на место назначения. Вот здесь такой торговый центр у нас с кинотеатром, биг-базаром по всей Индии. Это сеть индийской одежды Макс, Марк Спенсер и так далее. Здесь уже небольшие пробочки на дороге, это жилая зона. По дороге мы встретили аж два института университета по гостиному бизнесу, менеджменту в гостиной сфере. Здесь уже как бы люди живут постоянно, нету как бы туристов, да сейчас вообще не сезон, ну и как бы, если они, в принципе, что им здесь туристам делать в этом городочке. Так, посмотрим, что в торговом центре.